Всем привет, с вами Пенни Пратс, и сейчас нам предстоит разыграть вот эту вот потрясающую АВП. Победитель будет всего один. Что нужно было сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Нужно быть подписчиком канала от одной недели и более, поставить лайкос и написать комментарий с минимум из 5 слов. Эта хуйня влезла. Вот. Сейчас я копирую ссылочку на данное видео. Ну и выберем счастливчика, который выполнил все эти условия, который уйдет, унесет сегодня это АВП с собой. Кто же это будет? Кто же это будет? И Денчик Хорошавин. Денчик, это просто карма, понимаешь? Это просто... карма, потому что вчера я пополнился твоим промокодом, тем промокодом, который ты скинул в комментарии, я пополнился им, и вчера мне просто нереально повезло. И сегодня судьба тебя за это отблагодарила. То есть я тебя поздравляю. Только сейчас мы проверим комментарий. И где мой Мортис? И где еще... Сука, Денчик, я поторопился. Еще где мой Мортис? Тут нету 5 слов, дружище. Тут нету 5 слов. А так ты молодец, спасибо, что участвовал в розыгрыше. Но остальное все есть. Придется выбрать другого. Ох, Денчик, Денчик. Как так-то? Ну как так-то? Данил Рудберг. Данил. Тут 5 слов есть, можно не считать. Подписка. Окей, и лайкос. Окей. То есть я знаю, что данный человек, он на меня подписан уже очень давно. Вот. Но чтобы... мы с вами все в этом могли убедиться. Мы смотрим, когда же он на меня был подписан. Давай, так, выбираем 365 дней. Блин, вот тут я, конечно, не помню, когда, насколько давно, да, то есть это этот год, прошлый год, да, то есть я просто помню, что он неоднократно у меня уже выигрывал. О, Денчик себе твина сделал, да? Молодец, нормально. Только ты, главное, не забывай по 5 слов писать. Потому что твин не поможет, если на нем тоже будет 4 слова. Так, да, а мы сейчас ищем Данила. А мы ищем Данила, смотрим, что и как. Еще, ну сколько Денчиков-то? Денчик, ты красавчик. Блин, ты мог сейчас запросто выиграть, только это. Такие вот нелепые ошибки. Так, кого мы там Данил? Данил Рудберг, да, по-моему? Данил Рудберг. Так, я тебя найти не могу. На какой ты у меня странице, Данил Рудберг? А, Семен... Так. Ох. Вот самая жесть это сейчас искать. Так. А может, ты прям вот в этот момент, когда я тебя ищу, ты взял от меня там и отписался, да, и все. Вот. Ну, просто судя по тому, что ты уже не один раз у меня выигрывал, ты, конечно... Ох, ну... А, вот он ты, 6 января. Человек подписан на меня 6 января, это больше 2 недели, все нормально. В общем, Данил, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Сейчас находишь, короче, там свой комментарий под видосом. Под этот комментарий скидываешь трейд-ссылку и забираешь АВП. Все, давай, дружище. Ребят, кто сегодня не выиграл, не расстраивайтесь, не огорчайтесь, потому что впереди у нас субботний скинопад, где у вас есть шансы выиграть топовые скинчики. Основной воскресный розыгрыш, но со следующей недели все по новой. Вот, а я залетаю на сайт EasyDrop. EasyDrop вам известный. Так, у меня есть прокрутка колеса. Ну, давай крутанем, если действительно ты есть. Если действительно ты есть. Сейчас опять что-нибудь выпадет. Да, где вода? Сейчас опять что-нибудь выпадет. 250. От 500, да? Ну, ладно, давай получим. В общем, сегодня я крутанул. Короче, я закинул. О, доступен. Давай посмотрим. Крутил второй фрикейс, потом покажу, что там с него выпало там, да. Вот, что тут? Осадок. Ну, 3 грозы я сегодня уже с него точно не заберу, потому что уже осадок выпал.
Ну, чтобы 5-7 сегодня точно не выпадет. Ух ты, два раза осадок. Вот что-то прям новенькое, да? Что-то новенькое такое прям. Ну, чтобы сегодня он мне что-то выдал, честно, я вообще не представляю. Я даже не представляю. Да ладно. Хорошо. Хорошо, хорошо. В общем, что мне выпало с этого? Ну, вот это как бы жара там выпала. Вот две грозы и вот эта вот штука. И вот эта вот штука. Вот эта штука. Так. Ок. Ок. Опа. Так, а что такое? Не получено. А все, да, что ли, не хватает? Так, блядь, вы бы сказали, насколько надо... Все, короче, вот эта эмочка не получена, да, то есть... Не получено. Все, я не смогу больше ее получить теперь, да? Сука, вот написано было бы, что в течение суток пополнен. Я бы закинул сразу, чтобы ее вывести, потому что я все равно буду как бы додепываться, да? То есть вот, ну, пиздец, блядь. Кошмар, кошмар. Сейчас пошли вы нахер. Огорчился я, огорчился. Ну ладно, хер с тобой. Давай. В общем, давай смотреть, что нам сделать. Я, короче, знаете что? Давайте я снова покручу древний кейс и посмотрим, что это была... Вчера вообще за херня с ним. То есть, в принципе, на три раза у меня хватит крутануть древний кейс. А на остальное посмотрим, что можно будет крутануть. Параллакс. Ну, это полтинник. Это как бы полтинник, да. Ну, давай еще разок. То есть, это как бы не полный ноль там, да. То есть, ну и не вау, как было вчера. Стикс. Это я даже не знаю, сколько стоит. Что? Блять, ребята, вы это видите? Это реально просто фармкейс какой-то. Это просто, сука, фармкейс. Я не знаю, в каком ты качестве, но выглядишь ты, конечно, убого. Уёищно. Уёищно ты выглядишь. Ну, давай разок еще крутанем тебя. На больше мне все равно там не хватает. Ну, как бы... Вот я знаю, что Посейдон охеренно стоит. Ну, как бы вот это... вот это херово стоит. Так, тогда что мы сделаем? У меня есть за 23, за 57 и за 44. Так, мы сейчас продадим тебя. Тебя. Мы продадим тебя и продадим тебя. Вот так. 179. И снова крутанем древний кейс. И снова крутанем древний кейс. Не, он, конечно, радует. Это просто реально какой-то прям фарм какой-то кейс. Прям жесткий какой-то фарм кейс. Смесь чудовищная. Да ты издеваешься. За 375 пуль. Я просто в шоке, сволочь. Че, мне больше продать нечего? Че, мне больше нечего продать, да? Охереть, он просто насыпает. Потому что он просто насыпает по-лютому, да? Так, давай мы тогда вот тебя продадим. Тебя. Ну, продавайся ты, ёптать. Да, я хочу продать. Еще откроем два раза. Два раза древнего откроем. Чё? Давай, ёптать. Давай, ну пусть он... Как бы он сейчас насыпал мне на косарь, чё бы. Ну, подумаешь, там 145 рублей выпало там, да? Пришелец. Ну, сука, до рыцаря не мог-то дотянуть. Ну, это как бы балда, мы тебя сразу продадим. Давай еще разок. Ну, наверное, еще на один там что-нибудь даст. Ну, конечно, умирает. А, пришелец снова. Ну, тоже дешевская, да? Ну, как бы такие-то эти. Блядь, не хватает десяточки. Ну, а где нафармить нам 10 рублей, да? Где нафармить 10 рублей? Ну, конечно же, в ширпокейсе, где же... Где же мы еще можем нафармить 10 рублей? О, нафармили, да? Все продаем. Нафармили. Стой, вот так. Ну, давай чуть-чуть порадуй. Ну, в принципе, даже если не порадуешь, уже как бы вообще похеру. Ты и так меня нарадовал. Да ладно, Стикс, остановись, пожалуйста, еще. Нет, пришелец там, да? За 16. Ну, 16. 16 нет, тогда давай атак апгрейд. 16 на... Давай просто на полтинник поставим. На полтинник и позырим, как что можешь ты зайти, да? Давай.
Блять, ты еще и зашел, да. Окей, полтинник. Не-не-не-не-не, давай еще раз. Попробуем на сатен тогда поставим, чтобы мне кейс открыть. Чтобы мне открыть кейс. Еще там его разок открыть, если зайдет. Не зашел. Ну все. Вот так вот, в общем. Вот так вот, в общем. Так, давайте мы, короче, я забыл подвести в самом начале итоги, сколько нам там удалось там навыбивать там, да. То есть это я чуть позже заберу сейчас. Сейчас мы залетим в Steam и поглядим, сколько же мне удалось нафармить за 3 дня. Я вчера, короче, этот заменил, где ты калькулятор? А, вот калькулятор, отлично. Так. А, понятно. Так, что у нас тут? Откуда мы начинаем? Вот отсюда начинаем, да? Императорский дракон. А, 185 плюс. Так, императорский дракон плюс 104. Так, два сержанта по 104, это 208. Плюс, так, джин 164 стал стоить. 164 плюс, так, ты 421, так, плюс сказка 889 плюс ты 360 плюс ты 1155, охуеть, 1155 плюс ты фейф 516, ничего себе, 516. Так, и минус 750 рублей. Минус, вот. А, ну да, третий день как бы. Сегодня же день четвертый уже, да? То есть, вот. То есть с утра. Ну, 348. 348 это чисто навар за 3 дня. Ну, если мы приплюсуем косарь, еще минус 250. То есть, ну, больше 4000, короче, за 4 дня. То есть, было наварено. В общем, я считаю это нормально. Ребят, я еще раз поздравляю победителя с его выигрышем. Все, кто не выиграл, напоминаю, что суббота у нас на стримчике Скинопад, в воскресенье основной розыгрыш, а следующей неделе все по-новому. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч!